Добрый день, дорогие друзья! И сегодня пойдет речь об очень интересных лампах. Это лампы низковольтные, но тем не менее настоящие ртутные. И в текущей обстановке по борьбе с коронавирусом лампы эти, безусловно, могут пригодиться. Они дают 3 ватта чистого ультрафиолета. Цоколь у них, наверное, даже Е16, такой немного нестандартный. Я по ошибке был сначала заказал неправильные патроны, но потом разрезал внутри цоколь, и в принципе они сюда подходят. Значит, интересные эти лампы. Ну, вообще они уникальны тем, что они на 12 вольтах позволяют получить полноценный ультрафиолет путем, так сказать, испаренных нагретых паров ртути. Для запуска я использовал вот такие вот источники питания. У него 12 вольт выход и 1 ампер. Значит, возможно, для этих ламп существуют какие-то специальные схемы запуска, но идеальнее всего и дешевле, и проще просто вымерить под ваш источник питания необходимую длину нихрома. Делается это с помощью крокодила, который просто передвигается по нихромовой нити, и вы определяете точку, где лампа зажигается. Давайте сейчас попробуем включить наш источник в сеть 220 вольт и померить, собственно говоря, что у нас здесь. Ток у нас переменный, значит, мы должны поставить, точнее, напряжение переменное, вот на 20 вольт, к примеру. И померяем с вами вот между этим и, наверное, каким тут... Ага, вот, 14, да, я тут не касаюсь. Так, а на этот давайте еще разок. Сколько здесь выходит? Ага, 14 вольт. Вот, ну а теперь мы, собственно говоря, отключим источник, вернем волшебную лампу и посмотрим, как она зажигается. Я даже поднесу вам ее поближе, чтобы было видно, и включаем. Давайте смотреть. Вот, начинается тлеющий разряд, и вот она зажигается полноценно. Вот таким вот образом светит. И это чистый ультрафиолет. Собственно говоря, подбирать, видимо, придется под каждую лампу индивидуально. Давайте посмотрим, сколько сейчас непосредственно на контактах лампы. Так, подключаем, смотрим. Ну вот, 8,82 вольта на контактах лампы. Значит, остальное у нас падает на нехромовой спирали, которая, в общем-то, чуть-чуть греется, но не сильно. И AliExpress продает 2 вида этих ламп. Одна так называемая с озоном, вторая без озона. Что это такое, я не совсем понял. Видимо, либо структура стекла какая-то разная, либо что, но суть состоит в том... О, видите, уже мутнеть начало. Суть состоит в том, что при эксплуатации одной из них чувствуется мощный такой запах озона в помещении. Вот та, которая была, она без озона. Сейчас мы включим ту, которая с озоном. Вот так она разгорается. Сначала красные нити. Видите, да? Красные нити накала. И дальше должна включиться... Ну, вот видите, это не стартует. Под нее нужно подбирать короче, видимо, спираль.
Для того, чтобы ее сейчас запустить, нам придется... Она как-то так частично запустилась. Нам придется подкоротить немножко спиральку. Давайте попробуем. О, все. Вот, чуть-чуть подкоротил, и дальше она уже работает. Давайте посмотрим падение напряжения на этом экземпляре. И, кстати, я вот уже чувствую, что в комнате так конкретно-конкретно пахнет озоном. Так, сколько у нас здесь напряжения? Вот, видите, на этой 9,6 вольта падает. То есть, ну, точнее, да, на лампе 9,6 вольта. Вот таким образом она светится. И да, в комнате уже так очень-очень хорошо пахнет озоном. Ну, собственно говоря, все, что я хотел показать. Показать о том, как построена схема. Схема проста до безобразия. Значит, вы там, я не помню, около метра, по-моему, нехромовой проволоки, но дальше она просто на гвоздик намотана и вот таким вот образом вставлена в колодочку. Вот наша лампа работает, дает 3 ватта ультрафиолета. Хочу напомнить, что смотреть на ультрафиолет категорически нельзя, иначе вы останетесь без глаз. Делать это можно либо через экран телефона, то бишь, когда вы смотрите через камеру телефона, либо необходимо иметь очки, специальные защитные очки, которые защищают глаза от ультрафиолета. Ну, собственно говоря, вот обзор вот этих уникальных ламп, которые вы можете приобрести на Алиэкспрессе. Ссылки на обзор будут в описании. Собственно говоря, на этом на сегодня все. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями, и мы будем радовать вас еще самыми-самыми неожиданными и самыми разнообразными видео на нашем канале. До новых встреч!